Я чувствую, что скоро финал. А это должно как рано или поздно закончиться. Тактический фонарик. А удобство, удобство. Я понял, где мы. Мы в самом начале. Ой-ой, лежит мразь. Блин, как он не заблудится потом? Я уже начинаю заблуждаться. О! Чуть-чуть мурашечки поймал. Да вы чё, да ладно, мы прям вообще назад вернулись. Я не хочу здесь находиться, это нельзя сломать. А мы можем плавать или умрем? Какая-то собака кричит, О-о-о! Нет, ладно, ладно, говорю, это класс, А... О-о-о! Ёб твою мать! Тут кто-то кричал, как псина. А ты где? А ты куда убежал? Вернись. Что за неприятный эффект? Головка! Головка! Ух-ух-ух-ух-ух! Ёбаный рот! Умираю! Я умираю! Выпускай их, мрази этих! А ты зачем крутишься? Я бегу, я нихера не вижу! Я вроде бы бегу. Всю жизнь буду вспоминать этот дробовик. Всю жизнь. Какого хуя валяются пистолеты часто, а дробовики нет? Это что, конец? Да нет, это не конец, это бред. Утречка, ты на канале GunTech Games, где мы с тобой играем в разные игры. Это Край Эфир, где мы наконец-то нашли один предохранитель и второй предохранитель. Ты рад, я рад, все рады, мы можем начинать играть. Слышишь, кто-то дышит, как собака. Как собака кто-то дышит. Но тут я никого пока не вижу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Стой, не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал. А, пушечки не забываем собирать. А, я тебя вижу. О, попал ты, посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. О, попал ты, посмотри, как красиво-то получается. Тут у нас что? А, я вот что хотел сказать по поводу Край Эфир. Вот все ее хвалят, типа, очень-очень страшная игра, очень такая жуткая, и все в таком духе. Ну вот как-то, не знаю, мне было бы страшнее в этой игре, если бы... не было бы оружия вот такого огнестрельного. То есть на тот момент, на 14-й год, она, скорее всего, да, была очень страшная. А так... О, ну и тут что-то... Что-то есть. Дверь какая-то. Я сломаю? Нет, не сломаю. Ну ладно. То есть на тот момент она была очень, скорее всего, страшная. Сейчас, конечно, уже не так страшно. Не спорю. Интересненько. Но прям вот вах какого-то я не испытываю. Потому что я немножко из-за завышенных ожиданий поезд в Норкасл отложен в связи с неисправностью сигнальной системы. Пожалуйста, освободите платформу и переходы. Дальнейшие пассажирские рейсы отменены. О, тут уже можно залазить в поезд. Так. Заберите оба предохранителя синей линии, чтобы ехать домой на поезде. Что? Опять предохранители? В смысле? Сука! Какие, блядь, предохранители? Вы издеваетесь, что ли? Алло! Ну это просто издевательство какое-то. Синие линии. Как я пойму, что за синяя линия? Мы сейчас где вообще? Я живу в Кирквилле. Да мне посрать, где ты живешь. На Хэнсон... А, мы же не ушли с Хэнсон Сквер. Так, ладно, что у нас тут? Никого нет? О, сохранение. Так. I want my feet back. Верни мои ноги назад. Наверное, это так. Наверное, я прав. Так, и чё? Тут никого не появится? Т-
Так. Пока все... Ой, лен, какая страшная палка торчит. Вот так резко затормозит поезд, как насядешь на нее. И все. Опа. Опа. Нельзя открыть. Кувалда. Так, а мне же надо что-то выбросить. Давай вот эту херь выбросим. Стой, где она? Давай я тебя здесь выброшу. О, тут валяется. Видишь, почему-то пропадают. Кувалда. Опа! Да, конечно, в кувалде смысла не так много. Ой, здравствуйте, блядь, я застрял. Опа! А, то есть нужно замахнуться, подбежать. Не, а, замахнуться. Подбежал, сука. Замахнулся, опа. Ты что там делаешь? Так, я не хочу с вами вот этой херней сейчас заниматься. Че, я типа должен у вас кувалды от вас отбиваться? Ты че, дурной? У меня оружие есть. Да, это видишь, может быть, оно и пугало бы. Если бы я был без оружия, но я с оружием. Блять, все мимо, прикинь. Сколько в тебя надо всадить патронов? Так, синяя линия. Так, мы на зеленой. Это красная. То есть как же я обратно-то? Мне их с какого-то другого места брать надо, получается. А, вот синяя. А, то есть мы... Подожди. А как мы должны их взять? Там какой-то обходной путь будет или что? А, подожди, вот же. Вот же. Никого нет? Вот же кувалда. Вот так. Ой, кирпичики посыпались. Посыпались кирпичики. Красота. Красота. Пойдем. Ой, кто-то меня нюхает. Слышь, кто-то нюхает меня. И музыка началась такая сразу гнетущая. Ой. Я что-то даже не обратил внимания. А как туда попасть? Ой, я почти дошел, глянь. Нет, нельзя. А я разгонюсь. Эй, давай. Не нажимается. Нельзя, видимо, туда. Так. Красиво. О, сохраненьице. Так. Не люблю, когда надо прыгать. Это максимально стрёмное занятие. А вы что за мужчина вообще? Что вы делаете? Ногу себе пилит. Тот тоже что-то себе пилит. Так. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Вон, видишь, что-то руку себе отпилил. Хрена себе. Это, конечно, интересненько и хорошо. Но как я тут должен что-то понять, что-то пройти? Тут точно не туда. Точно не туда. Не сюда. Так. Подожди, мне нужно сообразить. Вот это что туда идет? То есть сюда. Вау! Так. Что-то у меня чуть-чуть подвисает все. Сюда. Теперь мне. А, вот сюда? Ой, осторожно. Видишь, просто непонятно, куда идем-то. Нету дороги дальше, она как-то... Правильно ли мы идем?
Куда теперь? Почему так подвисает все? Ой-ой-ой. Какая жуть. Какой кошмар. А, чё, блядь? Я держусь. Так. Если что, мы сможем пройти еще раз. Так, надо разбегаться. О, попал. Хорошо. Еще один раз. Давай. О, получилось. Супер, отлично, молодец. И много всяких дверей. Так. А мне сохранить дадут? Я не хочу просто заново все перепрыгивать. Так. Моя жизнь. И в турковую ночь дитя лежало на дороге, искалеченное. Зачем ты так поздно отправился в этот путь, юнец? Почему ты был настолько глуп, разочарованное и ожесточенное от слов своих родителей? Дитя было сломлено физически, сломлено морально. Человек в белом усадил его в кресло-каталку. Как он смеялся. Как он смеялся. И так дитя проживало остаток своей жизни. Но однажды судьба улыбнулась ему, и он встал над орудием своего разрушения. Он встал перед выбором. Выбор, исход не был предопределен. Судьбы книг зависят от их восприятия читателем. Что я только что прочитал? Нет, подожди. Это какая-то хрень. Мне по-хорошему бы сохранение. Это что, выбор? Выбор чего? Концовки? Это книга какая-то. Это машина какая-то. Это каталка какая-то. Это пистолет какая-то. Но я тут что-то должен одно выбрать. Но я не хочу заново все перепрыгивать. Это же какая-то хрень. Я не хочу. Ну, смотри, там говорили про книгу. Наверное, пойдем в книгу. Нет, какая-то... Еще раз книгу. Так, а что будет, если мы зайдем в каталку? Там же было написано про каталку. Я помню. Давай еще раз зайдем в каталку. Я... Так. Машина, давай, машину. Еще раз машину. Нет. Давай пистолет. Еще раз пистолет. Ничего не меняется. Так, дай еще раз. Надо почитать. Так, смотри, я не особо что-то понимаю, что они от меня хотят. Так, давай еще раз. Что у нас тут есть? У нас есть книга. Не знаю, к чему книга. Машина. Это, скорее всего, машина, которая нас сбила. Каталка. Это которая... Ну, там... Скорее всего, потому что мы наркоманы, и вот, и... будем кататься на каталке по итогу. Пистолет — это либо самоубийство. Это, типа, как будто варианта концовок. Но нет, мы прошлись, и там такого нет. Да, и давай еще раз. Турковую ночь. Лежала искалеченная. На дороге. То есть машина, скорее всего. Машина. Настолько глупо, разочарованное, ожесточенное от слов своих родителей, дитя было сломлено физически, сломлено морально. Человек в белом усадил его в кресло-каталку. То есть дальше, кресло-каталка. Может, какая-то последовательность должна быть действий? Одно однажды судьба улыбнулась ему, и он встал над орудием своего разрушения. Что это, ну, машины, орудие его разрушения. Оно же его сбило? Сбило. Но, скорее всего, это пистолет. А в конце, видишь, про книгу написано, а там вообще на латыни вон в оригинале написано. То есть, получается, первая это была машина, потом была каталка, потом была пистолет, орудие разрушения, и потом в конце была книга. О, хорошечно.
Сохраняемся. О, как красивенько тут, конечно. Ой, стой, подожди, не падай. Не падай. Ой, подожди. Там никого нет? Ой, какие неприятные звуки. Подожди, это что? Это лабиринт? И тут за мной будет ходить бензопильщик? Так, подожди. Мы вот здесь. Я же не пройду это все. Вы издеваетесь? То есть направо. До упора. Потом налево. Потом вот сюда. Потом вот сюда. Потом можно сюда. Сюда, сюда, сюда. И вот мы прошли. То есть налево до конца. А потом вот сюда. Налево. До упора. Ой, я стреляю, испугался. Налево, налево. И потом второй направо. И все время направо, направо, направо. Так, ну я вроде бы запомнил. Он будет за нами бежать. Надо будет... Так, упор. Потом еще упор. И налево, и второй направо, вторая... Так, я вроде бы запомнил. Что? Ты что такое? Что это? Фу, какая хуйня. Ой, я заблудился. Так, подожди, все, бежим. Короче, до упора направо. Сейчас направо. Сюда. Тут карта еще. Да я все запомнил. Сюда. До упора. Сюда. Ой, ёб твою мать, откуда? Как это так получилось? Подожди. Так. Сообразить надо мне. Так, подожди, ну я правильно же бежал? Правильно. Так, все. Просто он же вроде за нами же шел. Как он перед нами оказался? Да что так все подвисает? Я не могу понять. Ой-ой, подожди, в смысле? Что происходит? Как он... Ай, вас несколько здесь! Так, мне нужно до упора. Сюда. Ай, подожди, подожди, я заблудился. Он за мной едет. Так, нам нужно на... Ага, вот за ним давай. Я вроде бы помню. Я вроде бы... Ай, блядь, напугал меня! Сука! Какого хера ты развернулся-то? Так, потом нам сюда. Нам сюда. Стопудово сюда. Нет, обманулся. Обманулся. Не сюда. Все, вот теперь помнишь, не помнишь. Все пошло по пизде. Вот там, там карта. Там карта, где мы? О, мы уже далеко прошли. То есть, подожди, то есть нам сюда. То есть сюда. То есть сюда. То есть сюда. Да. Да, он получил серьезную травму позвоночника во время происшествия. Просто чудо, что двигательные функции верхней части туловища не пострадали. От поясницы ниже нет никакой чувствительности нервов. Не говоря уже о той душевной травме, которую он получил. Из чего я могу заключить, что Саймон глубоко травмированная личность, имевшая психические проблемы еще до происшествия. Да конечно, он же наркоман. Что-то какая-то хрень. Он был перед нами, теперь он за нами. Что-то как-то не так. Все произошло. Но мы выбрались, это уже хорошо. Срань господня, говорит Саймон. Твою же мать, подтвердил он. Я был на волоске. Он все еще здесь? Ты хочешь реально проверить? А, ну... Да это все твои глюны. Не отсюда ли я пришел?
Вот видишь, когда вот это вот... Нет, что-то тут определенно не так. То есть мне нужно спешить, пока еще что-нибудь не случилось. То есть когда у него вот эта вот пелена перед глазами, когда у него все размывается, это у него... Его... Он галюны... Блядь, что это? Бегство во имя добра. Почему так все фризит? Что происходит? Что с FPS? Скажите мне, пожалуйста. Какой кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Это что, из-за фонарика все? А где сохранение? Я не хочу больше бегать по этому лабиринту. Ой-ой-ой. Их там что-то много, и все стреляют. Ой, попал. Попал, прикинь. Не попал. Да ты издеваешься, меня сейчас убьют. А, у меня еще и патроны кончились. Вот так. Кто тут еще? А, тебя я вижу. Все. То есть нам теперь нужно взять предохранители. Вот эти два. И бежать обратно. Но обратно уже не будет вот такой вот хрени непонятной. Больше никого нет? Сейчас сохранимся и пойдем. А где сохранение? Они что, они спиздили сохранение в наглую? Такого раньше никогда не было. Так, подожди, мне нужно чего-то избавиться. Ну, кувалда, понятно, не нужна. А что еще? Блин, у нее очень много патронов. Ладно, выброси. Я за ними вернусь. Вон, они лежат крестом, я запомню. Так. Возвращаемся назад. Но самое, что меня раздражает, опять-таки, видишь, нам опять придется бежать обратно. Опять за оружием. То есть мы выкидываем предохранители, потом мы выкидываем оружие. То есть, ну, такое себе. Я еще не пойму, почему началось все так подтормаживать. Нормально же все было, ты чего? Так. А тут не так близко, что ли? Сколько нам бежать еще придется обратно? Ну ничего, пройдем. Так. Так. Вон двери те, то есть там выход. А вон там что? Никто тут не появится. Вот я думаю, мне может быть уколоться. Так, давай вот так это будем возьмем. То есть вдруг на нас нападут, мы хотя бы отстреляться сможем. Да слушай, нет, все нормально. Это, видимо, просто был секрет. Ну, ничего, хороший секрет. Давай. Наверное, на всякий случай все-таки жизни поднимем. А то я сохранить так и не нашел. И когда она будет, непонятно. Но тут, наверное, будет уже все спокойно, и ничего такого происходить не будет. Значит, можно смело проходить. Но не обольщайся. Еще может быть какая-то жопа начнется. Бля, да что так виснет из-за фонаря? Не висло же так. Что произошло? Так, давай их поставим. А потом... Давай. А потом... Что такое? Блин, а мне бы сохраниться надо было. Блять, а сохранение-то... Вот тут! Так, давай не будем заходить, а то сейчас начнется сцена какая-нибудь, и все. Давай быстро пойдем за оружием, за своим.
Ой, ты что, дурак? Так, и нам бы сохраниться еще не помешало бы. Я же не сохранился. Он мне сохранит все? Скажите мне, пожалуйста. А то у меня все что-то виснет. Мне это не нравится. Мне надо перезапустить игру. А хер есть сохранение. Я просто не понимаю, что происходит. Так. И что, мы куда-то едем? Снова в поезде. Сижу тут. Как кретин. С ощущением того, что я занимался этим несколько секунд назад. Нет. Нужно все расставить по порядку. Меня сбила машина. Я очнулся. И эти твари пытаются убить меня с тех пор. Но все же, что на самом деле случилось со мной? Мама продолжает звать меня домой, но что толку? Как это поможет мне разобраться со всем этим безумным дерьмом, которое я видел? Я даже не могу связаться с полицией отсюда. Все вокруг, какой-то гребаный дурдом. Может быть, все это просто мои галлюцинации? Ну тогда... Нет, правда. Такое возможно? Возможно. Или это нечто иное? Да нихера, ты просто наркоман. Мысли снова возвращаются к тому доктору. Он явно чокнутый, но мог ли он что-то сделать со мной? Ведь он был в противогазе. Или все это вообще нереально? Я уже ничего не понимаю. Я абсолютно сбит с толку. Столько вопросов, а никаких ответов. Что ж, посмотрим, что случится, когда я вернусь домой. Что это произошло? Видимо, не вернешься. Так, мне нужно, во-первых, Где, блядь, сохранение? Да вы издеваетесь. А, подожди, вон там оно, впереди. Напугали меня, суки. Так. Что мы имеем? Выйти мы не можем. Что-то он сзади услышал. Пойдем сюда. Сейчас там какие-то... Что? Я должен выпрыгнуть? Ой! Ой, ты стреляешь? Сука, не стреляй в меня. Хватит меня стрелять. А, еще одна тварь. Ага, так, перезаряжаемся. О, подожди. Подожди. Тут же должна валяться. А моего оружия тут нету? Нет, серьезно, ты нам предлагаешь. Я думал, выпрыгнуть надо. Да блядь. Так, пока все. Вот эти... Сколько я должен вас... О, город, город. Мы вылезли. Это уже хорошо. В городе это... Да чтоб тебе... Что это за квадрат появился? Где еще вылезет? Куда мы идем? Какие-то бумаги. Тут такой длинный поезд будет сейчас, да? Так. Ну, по крайней мере, никто не ползет. О-о-о. А это очень хорошо. А это прямо замечательно. То есть надо было на сиденье все это время смотреть. Странно, что здесь никого нет. Так. Ой, что это? Что это? Что это? А, это ты, дурачок. А? Блядь, что происходит? Пизда, мне пизда, мне пизда, мне пизда. Так. Давай, короче. Перезагружу я. А то это что-то ненормально.
А хотя уже нормально так записали. Давай вот отсюда мы начнем уже в следующей серии играть. И узнаем, куда приведет в итоге нас этот поезд. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Всего пока.